Так. Продолжить игру. Итак. Всем хеллоу, ребята, с вами Артём Икзе, и сегодня мы продолжим играть в Portal 2, и сегодня как бы уже, я не знаю, я уже через сколько дней уже не играл в эту игру. Я точно не знаю, где я сохранился. Сейчас я сделаю звук побольше, чтобы для меня было слышно нормально. Ой, нет, громко. Так, не снимает? Ну, микрофон-то работает. Новый, который. Кстати, если что, у меня вчера была днюха. Я надеюсь, что кто-нибудь из вас меня поздравит, наверное. Так. Стой, нет, уберите, пожалуйста. Как их убрать? Так, стоп, да? Так, а чё всё темнее? А чё это я? Точно. Прям через все, говорите, да? Смотрите. Да почему? В смысле? А реально насквозь. Все, уберите этот гребаный. Бандикам вы уже не увидите, только в Террине. Да. А, чё это? Или я там уже был? Я просто уже давно. А, вот. Стой, как они прилетают, я не увидел. А как словить-то? И что я надел? А, я знаю, как их можно. Смотрите. Тихо ты. Чуть не упал. Мне их поймать бы. Ой, подождите сейчас. Так, все, я здесь. О, господи. Я забыл, как я. Как я сюда попал, я забыл. О, я знаю. Значит, сначала. Возможно. Не, подожди. Господи, что я такое сделал? Чё здесь бегать не могу?
Так. Подождите, сейчас. Ладно, и так нормально. Так, в общем, я не знаю, слышите меня чересчур. Чересчур, да я не видел, чуть-чуть не упал. Напал. Так, дайте мне умереть, я хочу все вернуть обратно в жизнь. Почему не умираю? Вода. Вода всегда поможет. Теперь верните меня, пожалуйста. Все, вернули? А, блин. Господи. Я-то... Я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что? Давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Биологические родители, которым мы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании? Какой телефон, знаешь? Android, превышу iPhone. Android, лучший iPhone. Здорово! Как ты тут? Я уболтал целую толпу наноботов, которые тут ремонтируют шахту. Они очень маленькие! Ай, я знаю, Джерри! У меня перерыв, дружище! Перерыв! Слушай, надо пройти еще пять... Что? Джерри, ты не можешь меня за это уволить? Да, Джерри? Может, ты предвзято относишься к наноботам моего размера? Это дискриминация, Джерри! Увидимся в суде, приятель! Так, слушай, надо пройти еще пять камер. Какой Джерри? АСМР. Ну, ты знаешь старую формулу. Комедия — это трагедия плюс время. Ты проспала немало времени. Было бы интереснее, если так, что если посчитать, если ты в очень забавной ситуации. Ты не просто белый. Извините, что я заикнулся, она меня просто перебила. Так не я ее пытался перебить, но мое тут перебивание бесит. Ой! Так, подожди, уходи. Почти. Так, блин, ты, вот ты, уходи отсюда. Все, подождите, понял. По-моему. Сюда могу. Как? Стена. А там есть белый. Не долечу. Подожди. Блин, господи, забыл уже, в принципе, весь сюжет. Летим. Еще выше. О! Да! Мне бы коробка нужна была, наверное, да? Стой, а я могу одновременно использовать и пушку, и держание? Нет. Ой, сейчас будет жопа. Поехали! Вау! Так. Вот к тебе как попасть, мне интересно. Это я пока что изучаю, я пока что не всерьез играю. Я просто изучаю саму карту. Так,
Куда я положил? Я забыл уже. А куда я реально положил? А, вот. Влети, пожалуйста. Чка! Ой! Да блин, это самый смешной момент в этом видео будет сегодня, наверное. Ой-ё, подожди. Сейчас вот сюда. Я хочу ее распилить, поэтому сейчас мы пойдем к лазу. Припилим. Ладно, пофиг. Так, so, what now? А, я отсюда мог. Блин. Точно. Реально, я отсюда мог, серьезно. Как мне к ним попасть? Здесь же нет никого белого, верно? Так, что, давайте еще. Не, вот там. Что-то понять. Стоять. Я не могу. Да и не успеваю. Стой, а может быть там что-то есть? Ты... Через какую-то специальную стену нужно полететь, чтобы ее поймать. Вот сверху потолка уже белого нет. Верни! Я не успеваю. А, ну здесь. Я... Или он не рабочий? А, рабочий. Значит. Нет, не надо. Слушай. Так, куда? Туда. На время... Пожалуйста, лети! Да! Ой! Так, тихо. Теперь надо догадаться, как к ним попасть. А, может быть, и не надо? Пытаться попасть к ним. А может и надо. А может и так сработает. Сейчас проверим. Но я по-любому в стену врежусь. Да. Охренеть, они меня за... Хитрые. Щепка. Может, надо потом право резко? А! В смысле? Я ж поставил. Ищу. Что? А, я могу отсюда взять портал. Господи. Ой, портал, этот куб. Я взял? Я не понял, я взял или нет? Да, так я могу вот так. Где? Да я ж тебя взял! В смысле нет? Чё это?
что, галлюцинации начинаются? Что это такое? Вы это тоже видите, надеюсь? Я надеюсь, вы это видите. Но лучше будет это не видеть. Ой, ой, ой. А, вот, все. Никогда. Никогда. Блин, я здесь могу просто. Как поднять его? Никогда. Нет. О, взял. Теперь сюда. Господи, я догадываюсь, что да, да, да. Итак, я обдумала нашу дилемму и нашла решение, которое, по моему мнению, наилучшим образом подойдет одной из обеих из нас. Какую, например? А сейчас, надеюсь, микрофон не уроню, как в тот раз. Ну, короче. Согласно федеральному законодательству, я должна предупредить тебя, что следующая испытательная камера выглядит очень здорово. Все верно. Ой, подожди, ты неровно я сделал. Все, хватит! Ходи отсюда. Тебя распилить. Не бесишь. Да, не буду еще один куб какой-то. Третий. Блин. Не друг друга не врезаются. Ага. Нет. Стой, я в одну и ту же попадаю. Да? Да. Что я делаю не так? Подожди, нет. Это вообще логика, да? Показывает, что по центру. Думаю, эти испытательные камеры выглядят даже лучше, чем раньше. Это было нетрудно. Нужно лишь посмотреть на вещи объективно, увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. Так, в общем. Синяя, фиолетовая, зеленая, красная. После следующего испытания тебя ждет сюрприз. Не такой поддельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. Трагический. И в этот раз с настоящими конфетти. Прекрасная вещь. Последний мешок. Я буду скучать по ним. Но в конечном итоге они просто занимали место. Что? А, здесь коробка должна была стоять. Сейчас. После следующего испытания тебя ждет сюрприз.
Не такой отдельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. И в этот раз с настоящими конфетти. Прекрасная вещь. Последний мешок. Я буду скучать по ним, но в конечном итоге они просто занимали место. Что происходит? Кто выключил свет? Здорово, подруга! О, я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне! Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! Да. Беги! Беги! Давай, я закрываю двери! Как я могу бежать? Итак, напоминаю, вкратце мы совершаем побег! Мы в процессе побега, так что беги! Вкратце план на будущее такой. Мы остановим сборочную линию твоей, включим производство нейротоксина, а потом встретимся с ней лицом к лицу. Но в данный момент главное — беги! Беги, беги, беги! Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. Куда сейчас? Я ничего не вижу. Почему бы тебе просто не пройти его? Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. Сердце! Стой, ты куда? Куда ты? О, смотри, там олень. Наверное, ты не видишь его. Подойди поближе. Блин, я не туда пошел. Дойди поближе. Сейчас тебя убью. Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. А я ничего не вижу. Вот, почему бы тебе просто не пройти его? Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. А что? За кого она нас принимала? Ой! Где? Что? Стой, куда-сюда? Ты чего убегаешь? Стой, я не... А, все, загрузка. Я думал, что все, выключился свет. И как фреймана я не мог использовать. Быстрей. Давай, давай! Да что они бегут-то? Беги давай, я на шит нажимаю. Ой, ой. Что там происходит? Можешь выбраться? Конечно. Не видит. Нам нужно вытащить тебя! Постарайся выбраться обратно сюда! Цель потеряна. Цель потеряна. Блин, сложно. Ай, руки болят. Давай, давай! Обязательно именно сюда? Что там происходит? Можешь выбраться? Нам нужно вытащить тебя! Постарайся выбраться обратно сюда! Я слышал выстрелы! Чуточку поздно предупреждать, но берегись выстрелов! Может, слишком поздно, но я хотя бы попытался! А сейчас куда? Сейчас куда? Здесь нет никакого прохода. Сюда? Нет. А, вот, да! Там белая стена должна быть где-то. Где-то не будет, должна быть белая стена. Белая стена. Ты в порядке! Отлично! Вперед! Сюда, сюда! Турели! Беги, беги, беги! Нельзя в меня стрелять просто так, я ничего не сделал. Выход там! Мы почти выбрались! Он обрушит весь комплекс! Быстрее! Скорее! Сюда! Скорее! Сюда! Пока не бег, поднимусь под мной! Всё! Где кнопка? Встретимся на той стороне! Робот, ты что творишь? Свой же. Стрель. Господи. Откройте. Ай, ручки болят. Побег.
Думал, я не смогу. Ой. А, отлично, у тебя получилось. Со мной. У нас еще много работы. По крайней мере, тут она нас не достанет. А, что происходит? Ага. Окей, не двигайся. Фонарик. Так, хорошо, у меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой. Вот быстрее. Что? Ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. А почему ты умрешь? Фух, темно тут, правда? Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал. Всех. Ой. Роботов. А чё... Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет. В обычном смысле слова. Куда сейчас? Сюда? Куда? А. И? Попробуй перепрыгнуть. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Осторожно, осторожно. Стой, осторожно. Дай я включу свет для тебя. Выглядит опасно. Я подержу свет. Отличная работа! Скорее, сюда! Да, сюда. Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал лучшую работу присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не... Извини. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие людишки. Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Как? Ты можешь добраться до той стены? А. Какой стена? А здесь? Вон там есть другая стена! А, да, скажу тебе, люди, я их так люблю. У них такой фольклор красочный. Хорошо. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу. Удачи. Я не умер? Что происходит? У них такой... Я? Фольклор. Красочный. Хорошо. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу. Удачи. Удачи. А, сюда нужно. Блин, а я, блин, прям вниз пошел. Поворачиваться.
Не. Ой, так терпеть эту боль, блин, вообще в пояснице надо. Ой, ну не в пояснице, а в бедрах. Она мне каждое утро болит почему-то. Опять сюда? Я же здесь был. Я же перед красной дверью оказался. Вот исправление туалей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Кис. Я обещаю, мы не будем туда лезть. Мы... Конвейер исправления турелей и аттракцион, покиньте конвейер. Я упал. Извините, что я молчаю, здесь просто брат шел. Какого фига я здесь сюда вернулся? Господи, я не сделал то, что должен был. Блин, все это время. Зачем меня? Дальше стрелять. Нет патронов, где же видишь? Да, точно, прямо в яблочко.
сама себя попадаешь, блин. Сама себя в клетке уверен. Это раз не получилось. Образец. Подклик. Образец. Подклик. Образец. Подклик. А, отлично, у тебя получилось. Прекрасно. Со мной. Тебе понравится. Образец. Почти пришли. Вуаля! Контрольный центр Курей. Спасибо большое. Подклик. Видишь там сканер? Он выбирает, какие турели пропустить, а другие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Образец. Готово. Открыто. Лично. Блин, а чё, зачем было вора... Отлично, да, он сработал. Образец отсутствует. Продолжаю процесс по памяти. О, не сработало. Ой. Хорошо, давай подумаем, как остановить этот конвейер. Есть какие-нибудь идеи? Есть идеи? Образец. Есть идеи? Подключи. Меня тоже. Эй, здорово! Эй, куда мне? Нет! Образец. Подключи. Эй! Образец. Подключи. Ты еще думаешь или что происходит? Думаю, что делать, что еще здесь нужно. Белой стены там почему-то нету. Тоже думай. Так, ладно, давай вместе подумаем в полной тишине. Стой, ты куда? Куда ты? О, у тебя есть идея? Окей, хорошо, хорошо, садись. А, я понял. Надо типа фейковую что ли взять, типа не ту, которая стреляет, а наоборот. Не стреляет. Подклик. Никого не трогает. Те, которые были серые, не это собраны. Подклик. Надо их взять. А, или взять ту, которая рабочую? Я вообще не понимаю, подожди. Стой. А как сделать? Пока. Как перепрыгнуть с дурацкой собой? Могу перепрыгнуть. Да дай тебе не прыгнуть, вашу мать. Образец. Подклик. Что я делаю не так? Подожди. Подклик. Образец. Подклик. Образец. Подклик. Как попасть туда? Образец. А, вот, спор, все, понял, сейчас. Нет, не, 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 нет. Образец. На забор прыгни. Подклик. А я. А невозможно. Образец. Подклик. Че, здесь даже здесь нельзя, серьезно? Образец. Что за подклик? Почему? Образец. Подклик. А, вот здесь сюда. Нет. Да здесь нет ни единой белой стены, что делать? Подклик. Образец. Подклик. Образец. Подклик. О, погоди, я понял, понял. А, нет, не образец. Помни, помни. Я думал, ты что-нибудь придумал, блин. Желтый. Образец. Подклик. Я не верный лист. Образец. А он разве не понимает, что и. Образец. Подклик. Образец. Подклик. Они опять не говорят, что есть. Образец. Подклик. Хоть какой-нибудь здесь белый. Образец. Подклик. Образец. Подклик. Образец. Подклик. Образец. Подклик. Образец. Подклик.
Я не понимаю. Молодец. Обратите. Забор здесь не невозможно перепрыгнуть. А что тогда? Прошу прощения, а что там происходит? Ты, понимаешь, я крепко задумался? Здорово. Ну, да. Слава богу, ты спас нас чурпри. А то я просто понять, я ничего не вижу. Поможешь нам? Образец. Отклик. Эй, здорово. Ну, да. Образец. Отклик. А что у тебя там? Образец. Что, не видишь? Да, сделано. Что ты? О, супер, это супер! Образец принят. Если нам повезет, она не узнает, что ее твари бракованы, а потом будет поздно. Классика. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Давай хакну. Окей, ой, господи. Это будет немного сложнее, чем казалось оттуда. Займет 3 минут 10. Поглядывай на дверь. Сложная дверь попалась. И долго эта дверь была открыта? Да, очень сильно. Что дверь открыта? Ну, какой-нибудь день или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашли там или типа того. Покашли там или типа того. Хорошо, так. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Приведи дочку на работу. Это затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Картофель. Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подумать. Давай, мы сейчас появимся там, где мы родились. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Я тоже надеюсь вообще. А что там? Хорошо, попробуй так. Значит, здесь полностью откроется. Господи. Болит пейс. Так. Сейчас. Ой, сейчас. Ха! Я знал, что мы правильно идем. Да. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, ну, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим. Наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. Как будто смеются. Смуляться. Но для них она, наверное, как настоящая. Это только наверное. Пока. Боюсь, что дверь заперта. И я не вижу спорта. А, мы же не знаем, зачем эта кнопка. О, дверь открылась. Пойдем посмотрим. А, мы не знаем, что... Хорошие новости! С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина, но она защищена паролем. Так, я здесь сирена. Собираюсь. Не волнуйся, для меня это не проблема. Я выйду! Ой, сейчас начнется же. Что? Я придумал! Я стул выкину, блин! Я придумал! Я стул выкинул, блин! Или он здесь не был обязан? Здесь что-нибудь? И монитор. Да. Он наверняка буду за ним понимать. Что за смысл? Ну, что-то появится, типа... Я просто стул выкинул уже. Я мог, наверное, поговорить. Я так понимаю, на них нужно было скинуть, а я стул выкинул. Знаешь что? Он все держит. Все держит. Пол важен. Он все держит. Чувак, пусти меня, мне кое-что нужно взять. Если мы начнем записывать все, чего здесь нет, это займет всю ночь. Ручки, например, ограничимся тем, что тут есть, не тем, чего тут нет. Можно ли он?
не ори, пожалуйста. А, вот, все. Сусуй, попади. Попадите. Хотя стул бы, блин, я такой, я стул выкину, блин. Пахнет нейротоксином? Погоди, уровень нейротоксина падает. Продолжай делать то, что делаешь. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Получилось. Уровень нейротоксина 0%. Да. Погоди. Ой-ё. Да, компьютер, где Майнкрафт? Хочу через смерть достигать него. Я думал, все разрушится. Мы можем приехать прямо к ней. Я не могу больше держаться. Я не могу больше держаться. Он кого-то умер. Я не знаю, сколько снимает это видео. Сейчас, наверное, сейчас очень интересно, я надеюсь. Ой, где я? Блин, да, если я был в VR, я вообще бы срался. Я Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. Как мне это нравится. Так нравится. Ой, не... Огромное место. Мы видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры. Это как аквапарк. Все много лет назад. Мы скоро приедем. Не кажется увидеть выражение ее лица. Но это так сильно нет, дурая нет. Она не поймет, как мы ее оставили. Так, подожди, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда. Иди к ней, я тебя найду. А как ты меня найдешь? Ты же уже отдельный робот, ты не можешь ничего подключиться. Это же она его вроде бы подключила, верно? Ну, если я его видел. Иди к ней, я тебя найду. Раньше выиграл. Вот чудо, никакой разницы. Минус то, что я фонарь, у меня фонарика нет, я плохо что вижу. Секунду. Где? Что тут происходит? Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем. Что происходит? Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Это мой шанс. Это проблема. Только не это. Только не это. А вот я. На цель не заряжу. Почему здесь туалет? Ты без дела не сидела. Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг. Смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Ой! Ой-ой-ой! Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность центральных модуль повреждена на 80%. Забавно, я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Ой, господи, что ты радуешься? Модуль, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модулей. Ты смеешься. Сменный модуль принят. Сменный модуль, вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль, вы готовы начать процедуру? Нет, нет. Да, она готова. Нет. Давай, ты готова. Ситуация процедуры замены прервана. Вот бы не страшно. Вытащи меня, вытащи меня! Что включай? Нет, включай! Иди нажми ее! Не делай этого. Да-да, давай!
трогает не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник. Есть! Безвыходная ситуация ликвидирована. Все, сейчас тебе будет больно, блядь, пизды. Стой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Нет, действительно будет больно. А насколько больно было? Убери от меня руки. Нет, нет, хватит. Нет, нет, нет. Что за крик? Это крик, как будто она поет. У нас получилось, я контролирую весь комплекс. Молодец, что теперь ты не отпустишь? Гигантский робот, громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах да, лифт наружу, сейчас вызову. Ну вот, лифт вызван. Все. Только посмотри, какая ты маленькая отсюда. Крохотная и незнакомая. Я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но что вы так круто? Слушай, теперь я обалденно умный. Estoy usando este super deducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. Ах да, лифт, извини, я все время всплываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу сказать, какая ты маленькая. А я огромный. Ты че? Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уитли сделал это! Ты ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Так, ну, я тебе помог. Этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет, нет, нет. Не думай, что я тебя не распущу, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Почему? Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. Почему я? Ты мне не говори, куда идти. Что я делал, по-твоему? Я вообще молчал. Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Ты что делаешь-то? Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Но что они даже установили модуль смягчения интеллекта? Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю. Это был твой голос. Нет, нет, ты врешь, ты все врешь. Да нельзя отпусти, что ты делаешь. Ты что делаешь? Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? Да, да не надо, ты что делаешь-то? Сделать так! Нет! Oh. Не надо!